с 24 декабря на нашем канале. Они были рождены на бескрайних просторах степей. И в середине первого тысячелетия нашей эры обрушились на Европу. Гунны, авары, болгары, хазары. Четыре цивилизации, четыре народа, оставившие яркий след в мировой истории. Эта история почти как сказка. Отец всех болгар, хан Кубрат, завещал детям не делить власть. Пять сыновей, как пять пальцев, собранных в кулак, — это сила. Но сыновья не послушались. Один из братьев по имени Батбаян подчинился хазарам и остался на родине, в причерноморских и приазовских степях. Другой, Катрак, отправился на восток. Третий, Аспарух, ушел на Дунай. Четвертый, Кубер, в Панонию. А пятый, Альцек, в Италию. Таким образом, в жизни, а не в сказке, был поставлен исторический эксперимент. Один народ разошелся в разные стороны и стал жить в разных концах Европы. И судьба у веток одного дерева оказалась тоже разная. Волжская Болгария, Дунайская Болгария, Великая Болгария, Кабардино-Балкария. Все эти названия впервые я услышал в детстве. И никак не мог понять, почему так много Булгарии и Болгарии, и все они находятся в разных местах. Прошло время, и я решил в этом разобраться. И оказалось, что это удивительная и очень интересная история. Подобно другим кочевникам, болгары пришли в Европу из глубин Азии. Постепенно этнос вызревал. А в начале 7 века у болгар появился сильный лидер – хан Кубрат. Он был воспитан при византийском дворе, крещен, поддерживал тесные связи с Византией императором. Он предстает в документах как выдающийся государственник, который сплотил свой народ, который его уберег в минуты испытаний. Он и нам родной, и татарам. Он родной и дунайским болгарам. Он родной и тюркам Кавказа. То есть это уже фигура, как бы наш общий предок, большой бабай. Хан Кубрат объединил болгарские племена и основал в 632 году новое государство – Великую Болгарию, со столицей, вероятно, в Фанагории. Сейчас от Фанагории остались одни развалины, занесенные землей. Город основали греки,
поэтому большинство найденных здесь вещей античного происхождения. Болгары городом владели недолго и не успели отметиться в его археологии. Одна из немногочисленных местных находок – костяные трубочки для выведения мочи. Степные народы использовали их для ухода за младенцами, чтобы внутри шкуры оставались сухими. После смерти хана Кубрата в 665 году Великая Болгария распалась. У правителя было 5 сыновей. Двоих из них судьба отметила особо. Один, Аспарух, пошел на запад и, достигнув берегов Дуная, заложил там болгарское царство. А болгары, ушедшие с Катрагом, со временем достигли Волги, где уже жили финно-угры и славяне. И в 8-9 веках создали свое государство – Волжскую Болгарию. Существует такое мнение, что да, было 5 сыновей, но вполне возможно, что их было и больше. Тут рациональное смешано с символическим тоже, потому что в древней истории иначе и быть не могло, потому что там, как правило, реальность всегда пересекалась с мифом. Поэтому она до нас дошла в таком мифологизированном виде. Кочевые империи, шаткие, неустойчивые, они распадались так же быстро, как и рождались. Однако, в отличие от других кочевников, гунов, аваров, хазар, от которых осталось только имя, болгары не исчезли полностью. Они сохранили себя как этнос. А Болгария, преемница Великой Болгарии, существует до сих пор. В чем их секрет? Почему болгарам удалось выжить? Давайте разбираться. Этот древний город не имеет аналогов. Римских, греческих и древнерусских городов сохранилось много, а болгар всего один. Только здесь сохранились уникальные образцы болгаро-татарской архитектуры. Чтобы отличать волжских болгар от дунайских, их часто называют булгары, а сам город – булгар. Черная палата. Мавзолеи, бани, минареты. Большая часть этих зданий построена в 13 и 14 веках, после того, как Волжскую Болгарию завоевали татаро-монголы. Но следы жизни первых поселенцев здесь тоже найдены. Самые ранние постройки, это прослеживается только археологически. Вот у нас территория сейчас уже территория бывшего аэропорта, а там Тамара Александровна Хлебникова раскопала такое юртообразное жилище. Это считается более ранним, вот, относящимся к 10, может быть, не позднее, вот, 11 века. В Среднем Поволжье болгары предположительно появились в 8 веке. К концу 9 века они осели на земле. И кроме Болгара заложили Беляр, Сувар и еще много городов. Они-то и стали основой Волжской Болгарии. Самый известный письменный источник по истории Волжской Болгарии – записки Ахмеда ибн Фадлана. Секретарь арабского посольства, он побывал на Волге в 922 году и подробно описал в своих записках быт и нравы болгар, которые оказали ему радушный прием и показали богатство своей страны. На Волгу арабы отправились не случайно. Болгар и Болгария играли важную роль в экономике континента. Через них шла вся торговля между Европой, северными землями, где добывали пушнину, и Арабским Востоком. Материально это подтверждается монетами.
Если взять, например, территорию самого города Болгара, здесь найдено более 20 монет кладов X века. Это показывает, что действительно здесь люди жили, монеты терялись, торговали. Это важно. После смерти хана Кубрата один из его сыновей, Катрак, отправился искать новые земли. На Волжских берегах его наследники нашли себя, построили здесь города, обрели богатство. Все связи с братьями по крови были утрачены. Но болгары, которые ушли из Приазовья на Дунай с другим сыном, ханом Аспарухом, тоже не потерялись. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. До своей будущей родины болгары добирались долгих 15 лет. Дорога была длинной. Но однажды хан Аспарух привел своих соплеменников на земли современной Болгарии. В конце 7 века на этих землях жили подвластные византии, славянские и фракийские племена. Появление болгар у границ империи византийцам не понравилось. Император Константин IV собрал войско и повел его на болгар, которые стали лагерем в устье Дуная. Степные кочевники против хорошо обученной византийской армии. Кто бы мог подумать, что исход этой битвы решит обыкновенная подагра. Устье Дуная – местность болотистая. После 3 дней осады у императора начались острые приступы болезни. От боли он едва мог ходить. Чтобы восстановить пораженные суставы, он срочно уехал на минеральные источники. Солдаты посчитали его отъезд бегством и сами бросились бежать. Болгары воспользовались паникой. Согласно хроникам, они преследовали византийцев, весьма многих истребили мечом, многих ранили. Эта победа стала для болгар судьбоносной. Они расселились на землях между Нижним Дунаем и Балканскими горами и объединили их в Болгарское царство. Что будет с одним народом, если его разделить на несколько частей? На примере болгар история поставила любопытнейший эксперимент. И результат не заставил себя долго ждать. На новом месте болгары не могли остаться прежними. И главной точкой расхождения стала окружающая культурно-этническая среда и религия. Этот окруженный подковой гор источник – древняя святыня. Он расположен всего в нескольких километрах от Беляра, второй столицы волжских болгар. Они, конечно, в это время были в язычестве, как и все народы. Как язычники, они почитали землю, почитали родник, почитали деревья, почитали горы. И в этой иерархии богов, как бы, они предпочтение отдавали, конечно, богу Тенгри. Ну, татары вот сейчас называют Кюк Алласы. Кюк – это небо, бог неба. Святилище богу Тенгри болгары устроили на вершине горы. Здесь, у изваяния идола, они устраивали пиршество, забивали жертвенных животных. А шкуры разрезали на полоски и развешивали на деревьях. Современный обычай повязывать ленты на деревья родился из этого языческого обряда.
Ну, даже недалеко отсюда есть вот населенный пункт, который называется Шама. Там же компактно проживает чувашское население. Многие из них до сих пор в язычестве. Когда-то тенгриизм был общей религией для всех тюркских народов. Но прошло время, и языческие боги оказались забыты. На новых родинах болгары выбрали для себя разные религиозные пути. В истории Болгарии было много властителей. Но одного из них болгары чтят особенно. Князь Борис I. Именно он в 865 году провел масштабную духовную реформу и превратил варваров в христиан. Согласно легенде, к принятию христианства Бориса подтолкнул придворный художник, монах Мефодий. Исполняя наказ украсить новый дворец, он нарисовал величественную картину страшного суда. Сила и мощь Божьего гнева так поразили князя, что он духовно прозрел. Легенда красивая, однако в реальности все было куда сложнее и проще. Ближайшими соседями дунайских болгар были Византийская империя и франкские королевства. Христианские. Язычество мешало Болгарии вести с ними полноценный диалог и служило поводом для конфликтов. Главные причины крещения болгар были геополитические, потому что болгары 164 лет жили возле могучей Византии. Вся Европа состоялась от христианского государства, и нажим на язычников всегда был большой. Они не оцелели бы, если бы остались язычниками, как это получилось с Авар. От первой столицы болгарского царства, Плиски, сейчас остались одни развалины. Однако раскопки показали, на месте бывших языческих капищ стали строиться христианские церкви. Рядом с городом Борис I основал монастырь, и при нем большой книгоиздательский центр, где работали ученики Кирилла и Мефодия, знаменитых создателей славянского алфавита. Там наш коллега, который копал этот монастырь, нашел тело для писания на восковой табличке. Там было и завершено это переложение книг. Перевод всех богослужебных книг на письменный, на славянский язык, на который тот диалект, который говорит болгарий. На Дунай тюрки-болгары пришли в основном язычниками. Перемешались здесь с другими народами, прежде всего славянами. А приняв христианство по византийскому образцу, окончательно влились в славянский мир. Болгары, которые ушли вслед за другим братом, Катрагом, и добрались до Волги, жили в другом окружении. И путь у них оказался тоже другой. На первый взгляд это просто поле, а на самом деле могильник. Один из самых крупных в Европе. Там под землей примерно 5000 могил. Во время раскопок ученые нашли много могил с одним и тем же погребальным обрядом. Умерший положен головой на запад, лицо повернуто на юг, в сторону Мекки.
Такое положение тел не оставляет сомнений. И здесь, в Танкеевке, и на других могильниках покоятся в том числе мусульмане. Если взять 8 век, например, 9 век, это типичные языческие погребения. Там сосуд погребальный от пищи, потом некоторые части коня. А вот в конце 9 века, начало 10 века практически появляется вот 9 века мусульманские погребения, а 10 века практически одни мусульманские погребения. Где и когда волжские болгары познакомились с исламом? На эти вопросы нет точного ответа. Есть только версии и легенды. Одна из главных достопримечательностей Булгара – колодец Габдрахмана. Родник на самом берегу Волги. Это место считается сакральным. По поверью, именно здесь булгары приняли новую веру, а принес ее сюда один из последователей пророка Мухаммеда – Сахиб Габдрахман. Когда посланцы пророка пришли на Волгу, их приняли настороженно. Тогда Габдрахман спустился к реке и ударил посохом о землю. Из земли забил родник. Этой водой напоили больную дочь хана, и она тут же выздоровела. Колодец Габдрахмана – место массового паломничества. Но татарский историк Шихабуддин Марджани еще в 19 веке опроверг эту легенду. Подтверждений тому, что ученики Мохаммеда добрались до Волги, просто нет. Но он обнаружил другую историю, где пророк Мухаммад отправляет одного из подвижников с письмом на тюркском языке на север. Правда, не указывается куда, и он делает предположение, что самое ближайшее тюркское племя, которое могло быть ближе всего к арабам, это на территории Северного Кавказа, при Азове, это булгары, которые там могли проживать вместе с другим народом, хазары. Достигло ли письмо цели, неизвестно. Однако Ибн Фадлан, который побывал в стране болгар в 922 году, сообщает весьма любопытные факты о вере болгар. Он сказал, что среди булгар уже были мусульмане, была мечеть, проводились богослужения по мусульманскому обряду, и семья хана, которая принимала его, уже тоже являлись мусульманами. То есть традиция ислама уже была. Официально точкой отсчета считается все-таки 922 год, когда в Волжскую Болгарию пожаловали посланцы багдадского халифа во главе с Ибн Фадланом. Болгарский правитель хан Алмуш собрал представителей племен на съезд, после чего ислам стал государственной религией. Почему хан Алмуш выбрал именно ислам? Даже истовые мусульмане признают, в основе духовного выбора лежал в том числе политический расчет. Болгары платили дань сюзерену, хазарскому каганату, и надеялись с помощью арабов избавиться от вассальной зависимости. Однако расчет не оправдался. От гнета болгары освободились только в 965 году с помощью русского князя Святослава, который разгромил хазарскую столицу Итиль. История разделения болгар на несколько ветвей практически библейская. Пять братьев разошлись в разные стороны и нашли новую родину, землю обетованную. Но рай на земле не бывает вечным. И скоро сказка о счастливой жизни на новой земле закончилась. Маковки церквей, переплетение живописных улочек и, как венец, холм Царевец, с которого когда-то возносилась к небу резиденция болгарских царей. Сейчас Велико-Тырново – туристический рай, а с 12 по 14 века был столицей болгарского царства. Город был расположен на трех холмах
И сравнивали византийские хронисты с Римом и Константинополем. В своих произведениях его называли «Третий Рим», второй по величине и красоте после Константинополя. Болгары очень дорожили своей независимостью. Но в конце XIV века у них появился мощный враг – Османская империя. Турки пошли войной на болгарские земли, а в 1393 году осадили Великотырново. 207 лет Тырновская крепость, сооруженная на скалах и окруженная рекой, считалась неприступной. Но турки выбрали удачный момент для нападения. Царя с войском в городе не было. Оборону пришлось возглавить патриарху. Это было очень жаркое время. Проблемы любой крепости – отсутствие воды, провизии, которые постепенно заканчиваются, и, как следствие, общая изможденность. Многочисленные войска блокировали крепость. Может быть, поэтому наш последний патриарх Евтимий Тырновский принял трудное решение – открыть ворота и сдать крепость, избавив от массовой поголовной сечи свое население. На глазах патриарха турки вырезали 110 знатных семей, всю элиту города, а его самого год спустя отправили в ссылку. Они снесли христианские соборы и построили мечети. Вместе с памятниками была уничтожена и свобода болгар. Твой винник был очень интересен и... Это очень интересный и не могу передать, насколько эмоциональный вопрос, который вызовет много чувств у любого болгарина. Бесспорно, 500 лет продолжалось владычество или рабство, в прямом смысле этого слова. Один из самых необычных музеев города – музей тюрьмы. В таких вот карцерах турецкие власти держали борющихся за свободу революционеров в XIX веке. На захваченных землях Османской империи все население делилось по религиозному принципу – правоверных и неверных, запрет на верховую езду, юридическое бесправие, удушающие налоги, проживание в кварталах гетто. Для неверных, то есть для православных болгар, было множество запретов и ограничений. Любое непослушание строго наказывалось, вплоть до тюрьмы и смертной казни. Кроме повышенных налогов, болгары платили налог кровью. Так называлась система принудительного набора мальчиков из христианских семей для службы султану. Подростков обращали в ислам и навсегда увозили из родных мест. Есть такие наложные регистры, в которых написано, что там нет только жена, вдова. А где же муж этой же женщины, этой жены? Нет его. То есть многие такие вдовы с маленькими детьми говорят о том, что, может быть, мужчину убили. В 1851 году венгерский актер Габор Эгреше издал свой дневник о жизни в Болгарии. Он пишет: «Недавно один турецкий хулиган средь белого дня выстрелил болгарского священника. Наказанием назначили 2 года проживания в другом городе и больше ничего». А вот еще один эпизод. Часто можно видеть, как турецкий мальчишка бьет палкой болгарского крестьянина, а тот и защититься не имеет права. В таких условиях болгары прожили 5 столетий, и, казалось, конца этому не будет.
Эту надгробную плиту нашли в конце 19 века в Восточном мавзолее. Ученые перевели текст на плите. Оказалось, что плита стояла над могилой знатной девушки, знаменитой своими добродетелями, возможно, той самой, о которой повествует древняя легенда. Однажды на болгар напали воины Тамерлана. Семья хана укрылась в черной палате. Ее подожгли. И вдруг на крыше появилась ханская дочь. Тамерлан был покорен ее бесстрашием и предложил стать женой. Девушка согласилась, но попросила отпустить ее братьев. А когда те ускакали, бросилась в огонь. Как и все легенды, это родилось не на пустом месте. В 13 веке колесо истории совершило очередной оборот. Болгары-кочевники превратились в мирных земледельцев. А в степях народились новые орды – татаро-монголов. Мощной волной они двинулись на запад и первой смыли Волжскую Болгарию. В 1236 году она вошла в состав Великого Монгольского государства, а затем Золотой Орды. Для Беляра, второй столицы Волжской Болгарии, это нашествие оказалось фатальным. Сейчас здесь поле, а когда-то оно было целиком застроено домами, караван-сараями, минаретами. Беляр называли «великим городом». Внешние городские валы тянулись на 10 километров, а в городе вместе с округой, по некоторым оценкам, проживало до 100 тысяч человек. Именно в Беляре найдены остатки мечети, самой крупной в Европе на тот момент. В 1236 году, во время монгольского нашествия, город был сожжен дотла и больше уже не восстанавливался. Сейчас археологи ведут раскопки бани. Это мы называем травертин. Это примерно то же самое, что мы можем увидеть в современном чайники, когда в нем образуется накипь, и вот многочисленные слои говорят, что этот объект использовался довольно-таки долго, что и можно даже предположить, сколько раз топили эту баню. Кроме кусков накипи, археологи нашли кое-что пострашнее. Ну вот, фрагмент ноги, мы их не выдергиваем, потому что в бровку уходит. Многочисленные остатки разрубленных тел — свидетельство кровавой бани, устроенной монголами. Они разрушили город, а из здания сделали братскую могилу. Первой столице Волжской Болгарии повезло гораздо больше. Как ни странно, после нашествия болгар вновь расцвел. Волжская Болгария была страной городов. Не случайно, когда возникла Золотая Орда, болгарский улус стал основой Золотой Орды в Восточной Европе, и город Болгар стал первой ставкой хана Бату. Именно при золотоордынских ханах были построены те здания, которые являются визитной карточкой Болгара. А вот сама Волжская Болгария возродиться уже не смогла. В 15 веке татаро-монгольское иго было свергнуто. А в 16 веке ее территория вошла в состав Московского государства. И волжским, и дунайским болгарам религию никто не навязывал. Они приняли ее добровольно, хотя и под воздействием внешних факторов. Но парадокса истории. Дунайские болгары-христиане в конечном итоге попали под власть мусульман Османской империи, а волжские болгары – мусульмане православной России. Но и в новых условиях и те, и другие сумели сохранить свой этнос. Каждый год 3 марта сотни болгар приходят сюда, на центральную площадь Софии, и возлагают цветы Александру II, царю-освободителю, при котором судьба Болгарии опять резко изменилась.
А началось все с большой крови. В 1876 году турецкие власти в очередной раз резко взвинтили налоги для неверных. Болгары, и так изнемогавшие под бременем непомерных выплат, взбунтовались. Вспыхнуло знаменитое апрельское восстание, которое турки жестоко подавили. Началась массовая резня мирного населения. Погибло свыше 30 тысяч человек. Эта расправа возмутила всю Европу. Турки отказывались соблюдать права христиан. В апреле 1877 года Россия объявила Османской империи войну. Русский мужик, русский солдат пошел освобождать своего брата. Так говорил царь-освободитель, император Александр II. У России в этой игре были свои интересы. Две страны боролись за влияние в регионе. Но для Болгарии поддержка России оказалась судьбоносной. Русской армии удалось перейти Дунай, взять знаменитый Шипкинский перевал, а затем и вовсе изгнать турок с Балкан. Пять веков тюрьмы закончились. Болгария опять стала самостоятельной страной, а болгары — самостоятельным народом. Волжским болгарам повезло гораздо меньше. Они перестали существовать как государство, как отдельный этнос. Но и окончательно тоже не исчезли. Среди татарских ученых давно идет спор. Одни считают, что современные казанские татары — это потомки завоевателей татар-монголов. По мнению других, они ведут свой род от побежденных болгар. Истина, как всегда, где-то посередине. Потому что татары — сложносоставной народ. Невозможно категорически относить к тому или иному роду, к той или иной группе, которая все-таки коренится в фундаменте Золотой Орды, которая, в свою очередь, хранит о себе память о Волжской Болгарии. С точки зрения некоторых ученых, это все-таки бессмысленный разговор о том, кто первее, кто наши предки. То есть здесь, видимо, действительно участвовали и те, и другие. То есть и волжские болгары, и татары, которые пришли с территории Монголии, являются предками современных татар. Гунны, авары, хазары. Эти степные народы, наводившие ужас на всю Европу, давно исчезли с лица земли. Болгары, по крайней мере, дунайская ветвь, не разделили их судьбу и остались на исторической сцене. Так почему же? Мне кажется, болгары выжили потому, что умели приспособиться к внешним обстоятельствам. Гунны и авары, придя в Европу, так и остались варварами и язычниками. А болгары, как губка, впитывали все новое и очень быстро отказались от язычества в пользу новых монотеистических религий, которые позволили им влиться в семью европейских народов и тем самым сохранить себя и свое имя. Город Вена.